точки зрения. Да. Ну все. Значит, Александр Григорьевич, давайте. Крым не является независимым государством, как та же Осетия, Абхазия и так далее. Крым сегодня часть территории Российской Федерации. Можно признать. Вы знаете, сколько финляндия платит, покупает в России? По полтора рубля. Тихо. Блядь. Приплыли. Уже там развернул. А вот здесь бы уже поворачивать. Алло. Алло. Гандон, блядь. Сука, нахуй.